Всем привет, ребят. Ну что, решил я еще потрешивать на английском сервачке. Здесь есть топовый хрустальный сундук. Нам на русском к нему очень далеко. Как видите, здесь затрату самов дают очень офигительные плюшки. Даже посмотрите, вот первые плюшки там по 10, дальше дают варлока со скином. Ну а дальше начинается трэш 350 самов. 2000 слизней уже дают. У нас на русском даже такого не снилось. 750 и уже вот такие вот плюшки дают. Дальше просто за 1700 потраченных вам дают восьмую ремку. Ну, конечно, у меня их здесь много. Кулаки 150к, восьмой пакт. 10к, как видите, уже дают еще похлеще. Сумочки топовые. 500 книг, ну, в общем, все как всегда, вот такие вот плюхи, ну и самый топовый пак, ради которого я сейчас буду ролить героев, по сути, мне надо будет переролить, ну, 30-35к, где-то до 275 мы будем ролить, а точнее, не до 275, а до 875, ну, большой пак, как видите, просто жир, ребят, ну, восьмые. Ну, что тут сказать, это английский сервак. Поэтому у нас сейчас будет интересный роллинг. Поехали. Начнем. У меня герои здесь есть все. Как видите, кулаки тоже. Перелимите, я уже показывал. Просто посмотрим, какой тут рандомчик. Нету никакой акции. Там акция, по-моему, есть за наем героев. Так, Druid Knight. Хотя бы просто посмотреть по сравнению с русским сервером, на котором я сегодня ролил, как будет падать. Так, интересно. Интересно, интересно. Что же будет дальше? Ритон. Валька. Ну, такое себе. Давайте по 150 паролем просто. Вот просто чисто в кайф я сейчас засяду, буду ролить. Ради интереса посмотреть, какие же все-таки по 150 нам им бы выпадут или нет. Так, гарпия. Вообще нифига не падает. Дракос, нифига себе. Интересно, сможем ли мы... О, ведьма даже упала. Мне кажется, по 150 не так падает, как за 450. Санта, хотя падает тоже, смотрите, можно и по 150 ролить. Правда, падают не топовые. Хотя вот даже так, ну что я могу сказать, даже по 150, ребят, здесь выгодно ролить, неплохие там падают. Отлично. Надоели, конечно, мне сегодня эти уже роллинги, но ничего не поделаешь. Просто, ребят, у вас минута молчания. Я не знаю, что на это сказать. Я сейчас просто добавлю вам видосики. Ну, что я могу вам сказать? Это просто жесть. Такого на русском сервере у меня, к сожалению, нет. Ну, конечно, есть. То есть моим, кто давал сегодня роллинг, думаю, всем понравилось. Думаю, 90% довольны, что я выбил. Но то, что здесь делается по 150, как видите, это просто огонь. Махатма Фрея, честно говоря, я не ожидал. Ладно, поехали дальше. Посмотрим, что нас еще здесь ждет. Это уже имба роллинг, ребят, по 150. Все, переходим на схему 150. Медуза. Это жесть, конечно. Желейка, бочка. Ну давай, имбу. Не хочет. Все, рандомчик нас покинул, но нам хватило Фрей и Махатма, блин, просто топовых героев. Это реально жесть, ребят.
Схемка, в общем, на английском сервере работает. Имка. Ну давай. Где-то чувствую, сейчас где-то должна быть имба. Ну. Сейчас, кстати, очень удобно. Ну, дали нам дековку. Очень удобно то, что в хрустальном уже видно награда, и ты понимаешь, надо играть, не надо играть. То есть сразу же видно, ради чего ты можешь поиграть. Так, ну что, давайте еще одну имбу выбьем. Атлант. Ну, Атлант, это мега имба, нам надо просто имба. Асура. Это просто жесть. Ну, можно, короче, реально переходить на 150. Будет длинный видосик, спокойный. Так, окей. Let's go. Давай, рандомчик. Кристалл гусь. Голем. Неплохо. Ну, давайте до следующей умбы еще паролем. Не знаю, что там у нас упадет следующее. Плюшек, конечно, немерено у нас. Надо будет посмотреть. Ну, так, ладно, 450. Desk Knight. Ну, вот как-то так, ребят. Так, что тут у меня 750, о чем у меня по книгах. Все отлично, они в перелимит не уйдут. Такс. Где там наш Castle Clash? В принципе, я вам уже показывал, сейчас заберу плюшки такие более топовые. Откроем с вами. Так, collect. Что могу вам сказать? Ну, вы, в принципе, и так все знаете. Почему я перестал играть практически на русском сервере? Потому что я решил перебазироваться на английский сервер. Напрягать здешних топов, которые кричали, что они там мега крутые. Мы пришли к вам. Так, ну окей, что там у нас по плюшкам, сейчас я позабираю еще с вами, пооткрываем все. Так, отлично. Почти. Так, ну вроде места хватает на все. Ну что, ребят, let's go. Все, забрали мы топовые плюшечки. Смотрим, что у нас здесь есть. Оп, чик. Но вот как-то, ребят, как-то вот так вот. Ну не знаю, это мега круто. Такие вот плюшки имеет. Что я могу сказать? Это офигенный топовый хрустальный сундук. Поехали, пооткрываем сейчас все, что сможем.
Так, еще нам что-то пришло. Дошло. Но это мы не можем открыть, к сожалению. Так, книги мне надо будет сливать. Поехали, посмотрим, что у нас тут интересного сегодня есть. Так, ну тут талантик еще подъехал, до этого мы еще дойдем с вами. Поехали, вот это самое интересное. Так, сундучки я пока открывать не буду. Рунки. Поехали, вот эти пооткрываем. Засорим. Смотрите, сколько упало, нифига себе. 110 сразу. Ну, это, конечно, мне все не надо уже. Это все уже расходники. Так. Четвертое. Так, третье тоже. Четвертое тоже открывать не могу. Как видите, просто копятся. Поехали, пооткрываем вот эти. Так, одна рунка есть. Две. Ну, так себе. Как видите, одна с 10 падает руна. Поехали, четверочки откроем. Ну, такое. Так, можно будет скин докачать. В принципе, из-за этого скины не качаю. Ну, вроде как бы все, еще рунки. Я тоже их подкоплю. Так, окей. И тут у меня по скинам. Так, здесь можно улучшить. И здесь можно еще улучшить. Ну, и скоро мы докачаем все потом. А, так, окей, с этим разобрались. Что там у нас еще такого интересного было? Коробок немерено. Все как обычно. Русский сервер не догоняет. Так, поехали, побежимся. Что у нас тут? Castle Treasures. Ну, давайте посмотрим, что здесь еще есть интересного. В общем, вот так вот, ребят. Роллинг за 150 крутой. Давайте, так, что нам тут надо? Ну, мне тут, по сути, ничего не надо. Давайте такое интересное. Ну, давайте сумки заберем. Ничем. Подтвердили. Так, беги. Ну, поехали искать. Так, 2000. Все, и сегодня мы больше не можем. Еще осталось 6 дней. Так, окей, Winterfest. Неинтересно. Один пак неинтересно. Winterflash. Тоже неинтересно. Billspire. Century Supreme Gifts. Это нам пришли гифты, бонус. Это на траты. Инкобласт интересно. Алхимик. Так, это на трату. Сундуки открывать, ну, думаю, смысла нет. Так, у нас есть еще здесь, по-моему, за найм. Да, вот мы наняли 260. Ну, вот фигню наняли, по сути. Невыгодная акция вообще. Ну, забрали. Так, что у нас еще есть интересного? С этих акций. Так, алхимик. Давайте сундуки еще зайдем, посмотрим, откроем, посмотрим хоть какой тут рандомчик. Так, понятно, понятно. Интересно, выбьем топового героя какого-то или нет. Потратили 40 косамов. Не, нифига не выбили. Точно такое же, как у нас на русском. Можно даже не забегать. Итак, таким образом, ребята, накопил почти 75 миллионов кагашек. Шучу, конечно. Так, 4 яичка. Так, ну что могу сказать. Вот так вот, такой вот коллекционер, такие вот итемы. Как видите, сила у меня здесь, блин, на 15к выше, чем на русском сервере. Основа, это был твинг, теперь это основа, то у нас уже твинг для развлечений. Пишите комменты, подписывайтесь, как всегда, лайки. Всем удачи, всем пока.